А ребенку есть 7 лет? А ребенку есть 7 лет? Что? 7 лет есть ребенку? 5 есть, а что? У меня нет детского кресла, я не повезу без детского кресла. Нам всех 2 квартала. Он сейчас стоит за углом, и у меня 3000. Нет, я... Есть 7 лет. Скажи, нет, что есть 7 лет. Нет, я не повезу. Все, дадись, но... Я не повезу. Вы путаетесь, говорите, поехали. Я не повезу. Вы не поедете? Я не поеду. Другую машину нам доставляйте, давайте мы поедем. Вызывайте, в машине. Вызывайте другую машину. Вы доставьте нам машину. Я не вызываю машину, я водитель. Я не пойму, а в чем проблема? Проблема в том, что детей до 7 лет положено перевозить в детском кресле. А почему у вас нет детского кресла? У нас кресла? Ребенок не умеет. А потому что вы заказали тариф детский. Ты что орешь на нас? Вот, посмотрите, вот там есть. Ты что орешь? Я не ору, я разговариваю. Во-первых, вы на меня орете. Говори. Вперед езжай на правильный светофор. Сейчас, выходите из машины. Машину нам давай. Из машины выходите. Нормально сейчас с ребенком на улице стоять, который раздетый? Выходите из машины. Танюш, вызывай машину другую. Мы здесь будем сидеть. А ты, если еще раз заорешь... Не ты, а вы. Ты заткнись вообще, понял? Не ты, а вы. Ты заткнись конкретно, понял? Заткрой свою... Ребят, у меня проблема, Чернышевская, 83. Что значит стоимость отмены? Еще с меня списали деньги? Конечно. Рублей. А с какой стати? Вперед езжай. Со стати, что вы неправильно заказали машину. Слышь, ты что, попутал? Вы что, издеваетесь над нами? Я не... Вы что, издеваетесь над нами? Мы сюда доехали с ребенком на машине, без проблем. Вы нам в 12 часов ночи решили устроить эту истерию, да? Это у меня истерия? У тебя истерия конкретно. У тебя, у вас. Почему вы так? У тебя конкретно сейчас истерия. Ваш молодой человек мне хамит. Слышь, ты хамишь сам. Нет, изначально. Вы видите, мы с детьми. Ты изначально увидел с ребенком. Тихо. Вы нормально себя ведете? Я себя веду нормально. Таня, знаете, садись. Есть такое понятие, правила дорожного движения. Я их нарушать не буду. Тариф детский мне, покажите, где находится. Где на тариф? Приложение, посмотрите. Вот приложение, где тут тариф детский. Покажите мне тариф детский. Пожелание нажимайте. Какое пожелание? Ты что, перепутал? Танюша, выходи. Я не буду платить вам, отдайте мне деньги, тогда деньги сюда давай. Я не беру у вас деньги, это Яндекс у вас берет деньги. Я тут ты работаешь на Яндекс.Такси. Я не работаю на Яндекс.Такси. Я плачу Яндекс.Такси так же, как и вы. Так, а почему вы конкретно едете без детского кресла? А потому что у меня его нет, и я не обязан его возить. А почему у вас его нет? Вы таксист. И что теперь? В смысле, и что теперь? Мы заказали такси, вы обязаны предоставить нам машину. Вы указали, что там есть детское кресло. Вот там есть специальное пожелание, написано детское кресло, ребенок, от стальки до стальки. Слушай, стальки, ты что, попутал, что ли? Ничего не попутал. Вперед езжай. Не поеду. Ты списал с нас деньги. Я не списывал с вас деньги. Ты работаешь на кого? Я на себя работаю. На себя работаешь? Ну тогда езжай вперед и направо потом. В смысле нет? В смысле, это моя машина, я работаю на себя. Яндекс. Тогда поставь сюда кресло свое, детское. Если с ты какой работаешь... стати? С какой стати ты списал сейчас деньги? Я не списывал. Это ты Яндекс на... вас списывал. Ты на кого работаешь? На себя. На себя? Почему тут Яндекс.Такси тут присутствует? Оказывать мне услугу информационную. Это ты оказываешь услугу Яндекс.Такси. Вы откройте оферту, да, договор с Яндекс.Такси, это когда вы заказываете и почитайте ее. Это да. Ты должен оказывать услугу. Не ты, а вы. Ты что, попутал? Ты попутал. Выходи, Алин. Выходи, сынок. Вы заказывай новую машину. Попутал, ты за сутки, что ли, попил? А? Коль, видали?